рада приветствовать вас на нашей пресс-конференции. Выступит президент Федерации баскетбола Украины Волков. Дорогие друзья, на самом деле сегодня практически предпоследний день перед отлетом сборной Украины в Клайпеду, где нам предстоит нелегкая задача. На мой взгляд, задача сделать все, чтобы, в общем-то, прорваться в элиту европейского баскетбола. Это не такая простая задача. Сейчас уровень команд выровнялся. Сегодня чемпионат, как по мне, выглядит достаточно непредсказуемым. Даже те игры, которые мы провели, показали то, что вот, знаете, вот наш уровень сборной и следующий уровень сборной, этот отрезок, он не такой тяжелый и длинный, как казалось, но достаточно сложно его преодолеть, поэтому будет непросто войти в элиту баскетбола, потому что, в общем-то, на мой взгляд, ребята давно на этом уровне не играли вместе, и не хватает и сыгранности, и опыта, и понимания, и, как говорится, как на мой взгляд, даже гений такой, как Майк Фрателло, тренер, поднял его на уровень, да, но мы приближаемся, но еще нам надо сделать усилия, чтобы выйти на этот уровень, поэтому будет непросто. Ну и следующий этап у нас, провели переговоры месяц-полтора назад с компанией Bosco, которая, в общем-то, достаточно громко о себе заявила и в России, и с некоторого времени в Украине, став партнером Олимпийского комитета. И вот тот факт, что мы поехали на финал чемпионата Европы, да, вот сблизил наши интересы, и мы, скажем так, откровенно говоря, у нас есть определенные вопросы с нашими партнерами, которые сегодня нас экипируют чисто в баскетбольную форму, это литовская компания Tuta. И, скажем так, сегодняшний подход компании Bosco и, скажем так, их желание, в общем-то, работать с нами как с командой на много лет, на будущее, в общем-то, нас заинтересовали, и мы подписали договор о сотрудничестве, что, в свою очередь, уже мы начали сотрудничать сейчас в рамках наших возможностей. Ну, естественно, что будем знать наши результаты после чемпионата Европы и будем планировать уже полное сотрудничество. Bosco планирует делать специально под нас баскетбольную форму, так как они, в принципе, вот я знаю, что в России они делают для сборной России баскетбольную форму, и мы надеемся сделать эксклюзивную форму для сборной Украины по всем возрастам. И мы, в общем-то, у нас есть уже договор о намерениях, так сказать, но после чемпионата Европы будет уже, я думаю, хороший, серьезный договор, о котором мы, конечно же, потом сообщим в прессе. Знаете, я кожен день вночі бачу, що ми в фіналі граємо. Ну, це таке. І буду вболівати, звичайно, за збірну України. Мене влаштувало друге місце. Це було мінімум. Ну, персонально мене. Але скажу так, я, наприклад, з кимось я розмовляв, я скажу, я, передивляючи всі ігри, всі відео, що зараз проходять так званим exhibition season, перед тим, як почнеться чемпіонат Європи, я, чесно кажучи, не знаю, на кого робити ставку. Перш за все, незрозуміло, наприклад, збірна Греції, яка втратила, ну, кращих гравців. Хтось там, когось там дискваліфікація була. І зараз вона практично виграє всі ігри. Туреччина, яка була друга. От, ну, здавалось би, команда повинна бути зараз одна з кращих. Ну, наприклад, от в останню гру вони грали вчора проти Чорногорії. Ну, так вже щось таке. А до того ця команда була дуже погано виглядала. Дуже погано виглядала. Дуже цікава команда Сербії. Дуже така міцна команда Чорногорії. Коли я бачу ігри по телебаченню, це одне враження. Потім ти, коли бачиш живу, це інше враження. Я думаю, що цей чемпіонат Європи, на моє погляд, принесе дуже багато сюрпризів. Дуже багато сюрпризів. І це добре, тому що 16 команд і 24 команди – це різні речі. І тому ці 8 нових команд принесуть якусь нову кров. І я думаю, що буде багато, багато сюрпризів і неочікуваних результатів. І я не знаю, на кого робити ставку, чесно кажучи. Ви забили ще французьку збірну, що одне чекати, я теж не знаю. Ситуація, якби, вона нічого не змінилась.
В этом году пришло время поставить черту, что для всех есть число, когда надо являться на сбор. 18 числа. Было много раз предупреждение, было предупрежден еще раз, я же давал интервью, предупрежден агент, предупрежден Майк, предупреждены команды, которым он теоретически мог играть, включая Зовмаш, что будут проблемы, если он не приедет 18 числа. А причина того, что он ждет контракта, это не причина. Причина, что есть семейная проблема, это может быть причина, надо прийти к тренеру, к игрокам и сказать, ребята, мне надо там, у меня проблемы какие-то семейные, вы не против, если я там через неделю приеду? Человек исчез, не брал трубку, 18 числа не появился, и, если меня не ошибает память, 2 недели вообще не выходил на связь. После того, как, я вам говорю, как есть, как Азовмаш, с которым он там вел переговоры, сказал ему, что он не будет платить деньги, если он получит дисквалификацию, то он вдруг полюбил сборную, у него проблемы все ушли. Ну, это не причина. Мы не можем издеваться над игроками и над командой, и над собой. Понимаете? Я очень хорошо к Артуру отношусь. Я его сюда, как говорится, вернул в Украину из Франции, вы знаете это, и все остальное. Но есть Артур, это ничего личного, так как говорится. Это вот есть законы, которые рано или поздно надо... Там 4 игрока, кстати, вместе с Артуром, если вы знаете. Натяжка, лень и... Господи. Гуменюк. Поэтому тут, как говорится, ничего лишнего. А дисквалификация – это вопрос ФИБА, это не наш вопрос. Мы по просьбе ФИБА подали лист ФИБА, кто не приехал на сборы, без уважительной причины, они получили, это их вопрос. Нас вопрос – это... Это вопрос может стать в лиге, например, да, если кто-то поднимет, уже внутри Украины. Да? Или, ну, есть вот в таком ключе. Вот и все, ничего, как говорится, нового тут не придумаем. Мне Артур прислал на мое имя письмо, там были звонки, что он готов в любое время присоединиться, но я не вижу смысла об этом обсуждать, когда вопрос исчерпан, по сути. Отойди, пожалуйста. Григорий. Не должны здесь появляться? Они внизу, нет. Новый рассказ вам сейчас. А демонстрировать одежду не будет? Там идти. Там он внизу. Чуть-чуть.